площади. Третья, бери его. Объект взяла. Пятый. Готовься, объект в театре. Вот он, голубчик. Только бы не спугнуть теперь. Столько времени его разрабатывали. Не каркай. Черт. Товарищ генерал, Николай Сергеевич, как вы только догадались внутрь театра пятого заслать, а? Опыт, друг мой, и интуиция. Ты подожди, думаю, сюрпризы еще не кончились. Ты, Иван Степанович, поторопись. Понял. Внимание! Группе захвата! Занять позиции! Группе захвата приготовиться! Михайлов, слушаю. Да, так точно. Все понял. Иван Степанович, захват немедленно отменить. Как отменить? А так, отмените все. Группу захвата отзывай. С объекта глаз не спускай. Приказ понял? Так точно. Внимание всем группам. Захват отменяется. Захват отменяется. Оба объекта под полный контроль. Как поняли меня? Повторяю, захват отменяется. Товарищ генерал Николай Сергеевич, я попрошу письменное подтверждение об отмене операции. Я тоже не понимаю, зачем ФСБшникам понадобился экономист. Алексей, выходит домой. Получен приказ о поэтапном выводе наших войск с территории Чехословакии. Так, Леонид Сергеевич, секретов почти не осталось. Шифровальщики уехали, секретную часть вывезли, самолеты в Союзе. Даже семьи, и тех уже всех отправили. Да. Прощай, Варшавский договор. Столько лет псу под хвост. Прапорщик Коротков, что делаете? Товарищ лейтенант, только вернулись со стрельбы. Леонид Сергеевич, солдаты и офицеры на местных рынках скупают чешский хрусталь и стекло. Ну, чтобы хотя бы не с пустыми руками домой возвращаться.
Настроение, прямо скажу, упадническое. Ну ладно, ладно, посмотрим. В общем так, через 2 дня кадры готовят новую партию офицеров на родину. Ты уж проследи, чтобы все было чин-чином. На выход с личными вещами, в поезд. Здравствуй, родина. Задача ясна? Так точно. Разрешите выполнять? Выполнять. Есть. Ну ладно, занимайтесь. Есть. Давай. Становись. Ну что? Все, Андрюх. Через 2 дня общее построение подразделений на плацу. С вещами. Что, все, союз? Угу. Точно так. Так что осталось у тебя всего 2 дня, чтобы хорошенечко так... погулять, попить чешского пивка с сосисками. И домой, да. Домой. Пиво что-то я не очень-то, особенно с сосисками. Да ладно тебе. Попробуй. Тебе этот вкус еще снится будет. Ты еще детям об этом станешь рассказывать. Ну ладно, бывай. Увидимся еще. Бойцы направо. Казарму шагом марш. Так что, брат Марик, отправляемся мы стройными рядами на родину. Да. Что называется. Знаешь, скучать буду я. Почекай, почекай, я сам еще не скончил. По этой стране. По тебе буду скучать и вот по пиву. Не думал никогда, что так оно мне понравится. Ну да. У вас в Союзе, наверное, такого нет. У нас сейчас союз ничего нет. Развал там полный. Да, я слышал. Там у вас жестко. Это как, жрать нечего. А что, как, что ты будешь делать? Чем заниматься, когда приедешь на родину? Это вопрос. У меня, как говорится, ни кола, ни двора, ни тачки. Не знаю, Марик. Я, в общем-то, по большому счету, ничего, кроме как погоны носить, не умею. Слушай, я тебе расскажу про деда моего. Он был солдат, когда Чехия вступила в состав Рейха. Когда было? 39-й год. Много офицеров, солдат тогда бежали в Польшу. И когда туда пришла война, дед успел уплыть во Францию. Там он попал в иностранный легион. Может быть, слышал? Ну, конечно. Наемник. Нет, наемники нет. Они профессионал. Дед говорил, в легион лучшие солдаты в мире. Дикуй? Так и дикуй. Пойдем, пойдем. Да нет, Андрей, с этим я понял. Курва.
Андрей, у него нет пульса. Андрей, ты убил его. Пойдем отсюда. Пей. Не могу сразу. Значит так, у тебя есть только два варианта. Первый, ты возвращаешься в часть. Рассказываешь, как было. Я буду твой свидетель, но это убийство, за это вышка. Минимум 15 лет лагерь. Какой второй вариант? Есть второй вариант, он поинтереснее. Если это не лагерь, я живой, он меня по-любому устроит. Живой, живой, садись. Ты должен бежать. Как? Надо уехать в другую страну и начать новую жизнь. Майк, ты как себе это представляешь? В общем, ты здесь сейчас отдохни. 2 часа я туда и обратно. Чего-нибудь придумаем. Придумаем. В порядке, он клюнул. Сейчас очухается, приведу к тебе. Дальше все как договаривались. Я его не знаю. Никогда не видел. Держи. Заслужил. Спасибо. У тебя есть ровно час, чтобы его привести. Мне еще его везти через 3 границы. Понял? Андрей, держи. Это адрес. Запомни его наизусть. Отдай мне обратно. Когда найдешь этот дом, спросишь Софи. Софи, скажешь от меня, она поможет. Ты запомнил? Давай. Улица Пуссен, дом 6. Это где? Где? Андрей, это Париж. В каком смысле Париж? Я договорился. Через день будешь там. Больно. Разрешите? Заходи. Так что у нас с лейтенантом Канаевым? Не нашел? Никак нет. Не нашел. Шум не поднимал? Не поднимал. По-тихому. Спросил у друзей Канаева, приятеля его чеха, тренера по карате. Их вчера видели вдвоем, вместе, в городе, в баре. Утверждает, что после того, как расстались, Канаев отправился в расположение части. Ну вот и замечательно. Пиши там справку какую и закрывай свое расследование. Леонид Сергеевич, ну я хотел запрос пограничникам написать. Проверить, проедет или нет. Некогда запросы писать. И куда ответ ссылать? В смысле? Все, Алексей. Все. Особый отдел расформировывают. Все документы в архив. Так что все. Закрывай. Ну так сигнал тогда. Ну хорошо, ты обобщи и в литерный отдел подпиши. Вот еще что. Совсем забыл. Запрос на тебя пришел? Из кадров главка.
Москву тебя срочно вызывают. На повышение пошел. Леонид Сергеевич. Спасибо. Поздравляю. Ну что, 2 дней на сборы хватит? Есть 2 дня. Разрешите выполнять? Выполняйте. Бонжур, месье. Кэски вы вуле? Хеллоу. Здрасте. Ну, я от Марика. Из Чехословакии. Вы Марика знаете? Марик! Да знаю. Ну, что ты кричишь? Заходи. Русский говорите. Заходи, не стой на пороге. Ну, проходи, не стесняйся. Выпьешь что-нибудь? Виски, джин, кальвадос. Это... А пиво есть? Пиво есть. В холодильнике. Да ты не смущайся, служивый. Бери, смотри. Это у меня осталось от прошлой работы. Pour les clients. Для клиентов, так сказать. Кому что, кому журналы, кому видео. Видишь, вон сколько кассет накопилось. Для клиентов в этом смысле. Эбу. Ты что, с луны свалился? Или тебе там в армии все отшибли? Ты думаешь, я вот из Союза сбежала и сразу на все готовое? В такой прекрасный дом? И из Тани превратилась в Софи. Меня, кстати, Таня зовут. Пришлось поработать, дружочек. Очень хорошо поработать. Ну, а потом встретила красавца мужчину, Поля. И с работы пришлось завязать, пока не узнал. Ну, это так все. Лирика. Держи ключ. Я сегодня ухожу. Буду поздно. Ты никуда не выходи. Отсыпайся. Ну, или там журналы читай. Видео смотри. Развлекайся. Спасибо, Таня. Тани больше нет. А спасибо говори Марику. Я его большая должница, и я ему отказать не могу. У тебя хоть деньги-то есть? Да, деньги есть. Так. Вот, доллары. Не густо. Слушай, Софи, а дальше-то мне как лучше? Ну, это зависит от того, что ты решишь. Назад в Союз возвращаться или здесь оставаться. Мне в Союз нельзя. Да, в Союз нельзя. Ну что ж, тебе повезло. Ты оказался во Франции. А это лучшее место, чтобы начать новую жизнь. Новую жизнь это как? Я тебе расскажу. Есть у меня одна идея. Репостуа. Спасибо. Bonjour. Le garçon.
Apporte la glace. Bonjour, vous apportez la glace. Ну как, нравится? Вообще вкуснятина. Никогда такого не ел. La cuisine française formidable. Ты знаешь, я иногда на выходных беру машину и еду куда-нибудь в провинцию. И всегда вижу что-нибудь новое. Франция обворожительна. Затягивает в себя, как в омут. Хорошо сказала. Точняк. Танюх, слушай, ты говоришь, у тебя идеи какие-то есть? Я же не могу вечно у тебя жить, тем более у меня денег. В общем, мне осталось 50 долларов. Всего. Значит, ты созрел для серьезного разговора. Запоминай. Ничего, адрес какой в Париже? Да. Это вербовочный пункт иностранного легиона. Иностранный легион? Твоя идея? Сразу не сказала. Ну, хотела, чтобы ты погулял, успел полюбить Францию. О, спасибо. Я ведь тебя сюда не просто так привезла. Помнишь, я тебе рассказывала про моего жениха-француза Поля? Ну. Так вот, он десантник, был сержантом в иностранном легионе, а теперь он гражданин Франции, так же, как и я. Да. Да. Посмотри вон туда. Видишь вон ту виллу? Ну? Это наш с ним собственный дом во Франции. Да ладно? Да. Мы с ним оба полноправные граждане этой прекрасной страны, и все это благодаря службе в иностранном легионе. Круто. Да, я когда ему рассказала про тебя, он сразу посоветовал, чтобы ты шел в легион. Так я же не десантник. Я ж пехота. Я ему сказала. Но он сказал, что это ничего. Им нужны крепкие парни с хорошей физподготовкой. Алягех, ком алягех. Так что в Союз возвращаться тебе нет никакого резона. У тебя одна дорога. В легион. Да. Держи. Бонжур. Je suis russe. Je suis venu pour joindre la Légion étrangère. Что такое? Это означает «добрый день, я русский, я хочу вступить в иностранный легион». Выучи наизусть и ставь ударение на последний слог. Bonjour. Так, слушай, а что, может, не пойдешь на работу сегодня? Прокутим эти 50 долларов. Давай. Только давай в следующий раз мы встретимся в твоем таком же доме. Bonjour. Bonjour. Je suis russe. Je suis... venu pour joindre la Légion étrangère. Laissez le sac et passez. Tu veux? Passez. Tout droit, tout droit, tout droit. En ordre. Bonsoir. Дермитебуа. Входите, месье Канаев. Присаживайтесь. Зачем вы стремитесь в иностранный легион? Ну, одна моя знакомая сказала, что легион – это возможность начать жизнь заново. Да. Все верно.
Ну, если все будет благополучно, и вы сможете получить французское гражданство, благосостояние, то, само собой разумеется, начать новую жизнь. Это так? Так. То есть, ради этой вашей мечты вы готовы умереть за Францию? Я не думал о смерти. Но солдаты, случается, погибают? Я верю в свою судьбу, и я хочу служить Франции. Похвально. Вы знаете, я внимательно прочитал ваше дело. Вы умный, грамотный человек. Неужели вас устроит участь обыкновенного солдата? Если в легионе проявить рвение, можно стать сержантом. Послушайте, Андрей, не возражаете, если я вас буду так называть? Нет. Чтобы стать сержантом иностранного легиона, надо быть выдающимся солдатом. Вы сможете стать выдающимся солдатом? Ладно, можете не отвечать. Возможно, я не прав. Вы свободны. Разрешите вопрос? Да, конечно. Скажите, а что будет, если меня не зачислят в легион? Что тогда? Ну, мы вынуждены будем вас выдворить из страны. Ведь у вас нет права пребывания во Франции. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы остаться в легионе. Вы так не любите свою страну? Люблю. Вернее, любил. Там сейчас все разваливается, а я не хочу принимать в этом участие. Понятно. Хорошо. Я думаю, мы с вами еще поговорим об этом. Добрый вечер, Андрей. Господин капитан. Да бросьте. Проходите, садитесь. Давайте выпьем вина. Вы любите французское вино, Андрей? Да, я только в нем не очень разбираюсь. Это дело наживное. Спасибо. Санте? Санте. Отбросим недомолвки в сторону. Видите ли, Андрей, вы как солдат Францию не интересуете. И отборочная комиссия легиона уже вынесла такой вердикт. Я же старался. Да, мы видели. Но решение комиссии обжалованию не подлежит. И мы обязаны выдворить вас из страны. Я не могу. Я не могу вернуться обратно. Андрей, успокойтесь. Выпейте вина. Однако я и мои сотрудники считаем, что у вас есть определенный потенциал. Ваши сотрудники? Да, вернее, служба безопасности, которую я представляю. Моя специализация – славяне.
А зачем вы мне это рассказываете? Потому что вы тоже будете моим сотрудником. Зачем? Затем, что Франции понадобится ваша помощь, Андрей. Франции? Да, Андрей, Франции. Что я могу? Я хочу, чтобы вы служили Франции, не в Легионе, там одни головорезы. А там, где ваш интеллект и способности проявятся наиболее ярко. Что вас смущает, Андрей? Вы же приехали во Францию тайком, за новой жизнью, за благосостоянием. Я вам предлагаю ключ от этой новой жизни. И что я должен буду делать? Все, что будет важно для Франции, вашей новой родины. Я должен буду стать шпионом? Как банально. Шпион. Шпион – это устаревшее понятие. В Советском Союзе идут необратимые политические и экономические катаклизмы. Мы ожидаем распад страны. Да, Андрей, распад страны. Франция не была и не будет врагом России. Но у нас там есть свои интересы. И заметьте, Андрей, они не враждебны интересам России. Не враждебны. А еще в вашей замечательной стране есть межнациональные конфликты. Посмотрите на Нагорный Карабах. И на Северном Кавказе, по нашей информации, зреют недовольство. Мы вместе с вами будем наблюдать за событиями и быть готовыми увидеть потенциальные угрозы для интересов Франции. А вдруг у меня не получится? Получится. Обязательно получится. Вы наблюдательны, у вас великолепная память. В ваших тестах мы подчерпнули очень много полезного. Полезного для чего? Для разведки Франции, мой друг. Я что, должен буду расписку написать? Мы подпишем с вами контракт. В этом контракте будут четко расписаны обязательства сторон. Ну и в том числе сроки получения французского гражданства и размеры гонораров. Вы получите деньги, статус, откроете на своей бывшей родине собственную фирму и будете процветать. Ну так как, Андрей? Я согласен. Андрей? Bonjour, madame. Ну, что ж так официально? Разве так здороваются старые друзья? Ведьма. Да? Почему? Ну, потому что при виде тебя любой мужик готов изменить не только жене, но даже родине. Мне кажется, я теперь расскажу тебе все свои секреты. Даниэль, мне не нужны твои секреты. У нас же с тобой деловые отношения, ты забыл? О, да. Да, и потом, прости. Пожалуйста, не называй меня Софи. И это имя для клиентов, а для тебя я Таня. Никак не могу привыкнуть. Но ты же меня сюда позвал не для того, чтобы рассказывать, какая я. Ах, да. Я хочу поблагодарить тебя. Ну, за этого русского. Андрея Канаева. Ты была очень убедительна. Прекрасная работа. Ты доволен, Даниэль? Очень, малыш. Ну что ж, тогда оплати мне долларами. А франки оставь для французских девушек. Окей. Будут тебе доллары. Thank you.
А за то, что этот Канаев теперь благодаря тебе слепо влюблен во Францию и с легкостью прошел вербовку. Отдельное спасибо. Merci. Это моя работа, делать так, чтобы заблудшие щенки приходили к тебе, готовые на все ради Франции. Ну, а то, что ты с ними сделаешь дальше, меня не касается. Au revoir, chérie. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Разрешите? Проходи. Наливай, пока горячий. Чем будешь радовать? Петр Сергеевич, я бы хотел поговорить по поводу резидентур. Ну, по общей оперативной обстановке в Москве. Если только кратко. Очень кратко. Хорошо, валяй. Но е-резидентуры многократно усилили активность. Мы работать по ним не успеваем. Сюда еще накладывает свой отпечаток количество выездов, въездов. Границы стали почти открытыми, счет идет на миллионы. В Москву тысячи туристов понаехало. Шастают везде, вербуют кого попало. У нас людей не хватает. Многие увольняются из органов. Алексей Алексеевич, дорогой, такая вот у нас сейчас непонятная обстановка в стране. Прямо скажу, кошмарная у нас сейчас обстановка. И весь этот развал коснулся не только нас. Вся страна непонятно чем живет. И на чем все держится? И я все знаю, понимаю. И без твоего доклада. Ну, кадры. Кадры, Петр Сергеевич. Рапорт за рапортом люди пишут. Я не понимаю. Мы же присягу давали. А вот это, Стволов, ты молодец. Правильно говоришь. Как бы это пафосно не звучало, мы присягу принимали. Так что давай, дружище, делать свое дело. И делать ее на совесть. А люди лишние уйдут. А верные и правильные останутся. Это понятно. Как говорится, делай, что должно. Вот и славно. Ты наливай, это остынет. Спасибо. Я очень рад нашему знакомству. Открою вам маленький секрет. Большая часть этого здания принадлежит мне. Так что могу вас заверить, что вы сняли себе новый офис в хорошем месте и у хорошего человека. Очень приятно, надеюсь, поладим. Приятно, что наша компания может себе позволить подобный офис теперь. Вы знаете что, Андрей, а вы захотите сегодня вечером ко мне?
посидим, поговорим, коньячку выпьем. Моя организация находится в правом крыле, а мой кабинет прямо. Заходите. Нет. Не могу огорчить вас отказом. Ну вы шутник. Ой, Андрей Владимирович, простите. Я кофе к вашему приходу сварила, а тут по телевизору такое показывают. Что? Светочка, успокойся. Россия не такое переживала. Бумаги мне, пожалуйста, принесите по французским поставкам. И давайте часиков на 5 вечера. Да, на 17:00. Всех соберите. Поговорим по этому поводу. Хорошо? Хорошо, Андрей Владимирович. Будьте здесь. Спасибо. Извините, вы куда? Тихо, блин. Рот закрыла. Ну что, братишка, ты туда новенький. Французская фирма у тебя тут. Да, у нас французская компания. Простите, а в чем, собственно говоря, дело? Заткнись и не трынди. И слушай сюда, лягушатник. Место это наше. Мы здесь пасем. Пасем и думаем. Есть проблемы? Решим. Нету проблем? Будут. Понял? Ну как не понять-то? Крыша типа. Крыша? Зачем? Нет, мы не крыша. Мы просто хотим, чтобы ты спокойно спал. А если ты хочешь спокойно спать, ты должен заплатить. Немного так, по-божески. 25%. 25%? Вы что, охренели, что ли? Ты, сявка, еще вякнуть вздумал? 30% будешь платить, понял? Или мы каждый день будем к тебе в гости приходить, а потом и домой к нему придем. Понял? Не вздумай что-то мутить. Или ментам звонить. У меня с ментами давно все решено. И учти, мне твои рубли не нужны. Баксы готовь, зелень. Ну, а если сказки мне будешь рассказывать, у меня она разводила нюх. Порву я тебя в ту же секунду. Усек? Пойдем. До встречи, красотка. Тихо. Нормально. А вообще, я давно понял одну простую вещь. Знаешь, какую? Нужно иметь несколько разных бизнесов. Отвечу почему. Потому что, если у тебя прогорает один бизнес, допустим, да, не дай бог, конечно, то ты всегда можешь за счет другого бизнеса выплатить. Понимаешь? Вот так я и живу. И пока получается. Ну, здорово. Я бы сказал, даже гениально. А насчет наших открытых гостей я тебе больше хочу сказать. Так, девочки, сходите-ка, носик припрыгните. Давайте. Ну, Вась! Я не так давно вошел в долю одной фирмы. А возглавлял ее тогда мой компаньон, нынешний, теперешний. Этот Юрка Посудин. Ну, знаешь, я рассказывал, у него кабинет рядом с моим находится. Оказалось, значит, эта фирма занималась и сейчас занимается европейскими грузоперевозками. Логистика, в общем. Угу. Вот, у них там все нарядно, у них там свои фуры, у них там, значит, автопарк, все чин-чинарю. Ну, так вот, оказывается, что этот бизнес давно под крышей. И знаешь, кто его контролирует? Хафиз. Тот самый Хафиз, который к тебе сегодня утром в гости приходил. Шакал. Шакал однозначно. Но это еще не все. За Хафизом, за этим стоит кто-то очень крутой. Я не знаю кто, я наводил свои справки. Ну так, для себя лично, очень осторожно. Так вот, этот некто контролирует почти весь Северный Кавказ. Еще часть Средней Азии. Представляешь, какие там крутятся бабки? Ну, каково мне было с ними тягаться? Поэтому я и плачу. Исправно, ежемесячно. Плачу. А взамен?
А взамен жизнь, Андрюшенька! Жизнь! Возможность заниматься своим делом. И зарабатывать себе на хлебушек с красной корочкой иногда. Так что я тебе очень советую. Пожалуйста, не связывайся. Лучше плати. Так спокойно будет. Понимаешь? Тем более они иногда решают вопрос, если кто-то чужой наедет. Спасибо. Обязательно воспользуюсь. Татьяна Анатольевич. Да. У меня мысль такая родилась. Моя компания поставками занимается из Европы там. Продукты, товары разные. А вот с логистикой по ближнему зарубежью у нас проблемы. Так. Я бы вам для вашего предприятия большой объем загрузки обеспечил бы. А вы бы мне помогли Северным Кавказом. Что скажете? Ну что, очень интересное, любопытное предложение. Только вот как быть с Хафизом? Они же долю попросят. А вопрос с Хафизом теперь же с вами нашу проблему я решу. Почему бы нет? Девчонки вернулись с носами перепудренными. Что-то тоненький у тебя слишком кошелек, а? Ну, это не совсем кошелек. Но я тебе... Слушай меня внимательно. Значит, я с тобой и твоими щенками разговаривать не буду. Понял меня? Я буду говорить только с твоим боссом и с ним буду бизнес иметь. А ты не лезь, это не твоего уровня дело, понял? Да я сейчас тебя знаешь. Тебе может ору руку сломать, а? Нет, пусти, больно же! Слушай меня внимательно. Ты лежишь сейчас на папочке. Считай, что это кошелек. Там предложение есть для твоего босса очень интересное. Я думаю, он будет рад. Передашь. Успокоился? Да. Я могу тебя отпустить? Отпусти, больно! Я могу тебя отпустить? Отпускай. Андрей Канаев. Это кто? Зовите меня Магомед. Мне передали ваше предложение. Магомед, очень приятно. Я навел о вас справки. Вы смелый человек и серьезный бизнесмен. Ваше предложение мне очень понравилось. Мы будем с вами работать. Так, месье Даниэль, меня бюрократом сделаете. Привет, партнер. Привет, привет, Андрей. Ну ты волшебник, я тебе скажу. Как тебе это удалось? Ты о чем? Ну, сам знаешь о чем. Хафиза, ты след просто не появляется больше. Ну, я же тебе говорил, что попробую решить эту проблему. Слушай, партнер, теперь моя очередь тебя на коньяк приглашать. Все, пойдем отметим эту радость. Пойдем. Ну, Андрей, ты даешь, а? Ну, ты вообще, ты наповал меня сразил. От такого груза меня вообще избавил. Благодарен тебе буду по гроб жизни. Вась, давай будем говорить откровенно? Давай. Так скажем, схожу в лоб. Так. Услугу за услугу, я тебе помог?
избавил тебя от Хафиза. А ты мне, пожалуйста, расскажи про его хозяина. Все, что знаешь, все, что нарыл. С удовольствием. Все, что знаю. Ну вот, только знаю я, если честно, не очень много. Знаю, что хозяин у него араб, с какими-то французскими корнями. Образованный, умный. Андрей Владимирович, еще что-нибудь? Нет, спасибо большое. А, кофе будешь? Будешь. Сделаем только кофе, пожалуйста. Хорошо? Спасибо. И что? А, да. Еще у него очень мощные покровители в арабском зарубежье. Настолько мощные, что позволяет ему вообще все. Видишь? Полезно быть образованным. Но самое интересное, поговаривают, что этот араб очень тесно связан с оружием. Понимаешь? Предупрежден, значит вооружен. Ваши отчеты показались нам очень интересными и полезными. Да, Андрей, я хочу поздравить вас. Ваше прошение о французском гражданстве рассмотрено положительно. Благодарю вас. Теперь ваша мечта о доме на юге Франции с маленьким садом и виноградником скоро станет реальностью. Еще раз благодарю. Я, знаете, искренне полюбил эту страну. Нам нравится ваша тонкая наблюдательность в малозначимых деталях и событиях. Принято решение направить вас на самостоятельный участок работы. Вы сделали все правильно, выбрав Павлова в стратегические партнеры для своего бизнеса. Теперь через вашу с Павловым совместную транспортную компанию вы имеете возможность выходить на самые весомые фигуры бизнеса и политики на Кавказе и Средней Азии. Там вас знают, уважают и с удовольствием имеет с вами бизнес. А какова моя задача? По нашим данным, некоторые арабские наемники, руководящие вооруженными бандформированиями на Кавказе, имеют французское гражданство. Наше государство не хотело бы иметь проблем с Россией из-за этих своих граждан. Мы хотим знать, кто эти люди. Прочтете все здесь. Даниэль, а позвольте отвлеченный вопрос? Да, конечно. Скажите, а какая Россия нужна Франции? Прочная и предсказуемая. Американцы разрушают, потом приходят. Франция намерена вкладывать в Россию деньги. Инвестиции в Россию? Да, именно. Мы будем строить у вас заводы, но для этого нам нужна прочная, стабильная политическая власть и финансовые гарантии. Нам нужна сильная Россия. Так что отправляйтесь в Москву, Андрей. We'll be right back.
Я подал рапорт, совершенно нормально, все хорошо. Приветствую. День добрый. Вот. Ну, и как ты думаешь, лежит второй месяц, без движения. Разрешите, Петр Сергеевич? Приветствую, Алексей Алексеевич, проходи. Ну, как вам известно, к нам поступил сигнал о подготовке к теракту с использованием транспортных схем доставки одной из русско-французских фирм. Руководит фирмой некий Павлов. Мы провели спецмероприятие. В бумагах ничего особенно интересного нет. А вот в компьютере много чего интересного есть. Наши спецы накопали. Молодцы. Еще какие. Ну так вот, то, что там его фирма, начиная с 92-го года, по левым схемам из страны в страну эшелонами товар возил, это полбеды. Даже так? Самое интересное всплыло в зашифрованных папках. Петр Сергеевич записывал все, что говорилось в кабинете и по телефону. Получается, что сам себя прослушивал. Видимо, очень боялся, что они его так прижмут, что к нам идти придется. Там и пароли явки его крыши, и их хозяев с Кавказских республик. А также записи разговоров, где они его заставляют особый груз в Москву ввести. 10 ящиков взрывчатки. Так что по всем деталям можно констатировать. Петр Сергеевич, готовится теракт. Ну, это удача. Повезло тебе, товарищ полковник. Даю добро на силовой захват. Да, вот еще что. Контактов у этого Павлова много. Но среди них есть один очень интересный. Кто ж такой? Канаев. Бывший лейтенант. При сокращении в 89-м году из Чехословакии исчез. Как так исчез? Некогда было заниматься, мы и сами сворачивались. Так это при тебе было? Да, при мне. Как в кино. Никогда бы не поверил, что такое бывает. Да я и сам обалдел. В общем, Канаев – тот самый человек, которому надо приглядеться особо. Знаете, что я думаю, Петр Сергеевич? Он-то нам и нужен. Надеюсь, ты понял, таким людям нельзя отказывать. Иди, помоги мне его тащить. Помоги, помоги. Ну. Василий Анатольевич, ну как он? Василий Анатольевич. Есть что выпить, а? Только коньяк. Давай неси коньяк быстрее. В стране дефолт объявили, так все как с ума сошли. И как же это вообще, как это вообще, как это можно было взять и в один миг обанкротить всю страну? Вот у них же ни, вообще ни страха, ни совести. Как ты так и на рейс из глотки крюк вырвать? Наташа, что-то случилось? Слушай, Саш, не мешай, там уже в проблему. Подожди, пожалуйста. А чего у тебя так часто бывает? Тебе без твоими связями вроде пора уже не бояться подобных налетов. Ну с какими связями, Андрюша? Так от них же и приезжают. Заходи, Наташа.
Спасибо. От них же и приезжают. Нет, Андрей, здесь пострашнее долгов дело корячится. Что, прям пострашнее? Может, я могу помочь им? Как партнер партнеру. Как у вас говорят? По-дружески. Спасибо тебе. Ты мне уже удружил однажды, когда предложил перевозками этими заняться по Кавказу и Средней Азии. До сих пор расхлебываю. Тебе же нравилось вроде. Ну, нравилось. Ну, так сколько бабла-то, сколько накосячили. Во, нашим детям вот так хватит. Только вот там, знаешь, с ребятами с этими проблемы какие-то нереальные. Ну, а какие проблемы? Я с Хафизом уже вроде все решил. Все уладил. С Хафизом-то все как вроде и уладили. Вон сколько лет жили спокойно. А сейчас, Андрей, я не знаю. Я не знаю, что делать. Ты не можешь объяснить, что случилось? Они хотят, чтобы я по нашим транспортным каналам через наши эти коридоры в таможне протащил сюда в Москву какой-то груз. А груз-то так себе, ерунда. С десяток ящиков. Но точно не оружие. И точно не наркотики. Тогда что, если не оружие и не наркотики? Да взрывчатка, Андрюша! Как ты... Взрывчатка! Они хотят, чтобы я взрывчатку сюда протащил! Знаешь для чего? Догадываюсь. Так это они еще со мной знаешь, как разговаривают? Цивилизованно, по-партнерски. Головой вниз из окна, это по-партнерски? Так это еще спасибо. Еще спасибо надо им сказать, что они хотя бы семью мою не тронули. Я сейчас их спрятал у тещи, а потом хочу куда-нибудь в Европу подальше засунуть. Я чувствую, если я не соглашусь, они до жены с ребенком доберутся. Они же меня пасут постоянно меня пасут. Сказали, если я к ментам сунусь, в окно полечу. Василий Анатольевич, дай задание нашей службе безопасности. Сам забирай семью и вали из России. Могу предложить Францию. Поживешь у моих знакомых. Поняла? Угу. Васе сегодня надо помочь расслабиться. Ну, что стоишь? Пошли. Спасибо тебе большое. Спасибо. Заходите. Мне реально очень страшно. Присаживайтесь. Давайте, девчонки. Смелей. Бокальчики где ваши? Вот молодцы. Вот это я понимаю. Андрей, вы позвонили на резервном канале. Что случилось? Месье Даниэль, здравствуйте. Вы помните, в своих отчетах я упоминал компаньона по российскому бизнесу Павлова? Да, безусловно, помню. По-моему, наш кавказский подопечный пытается организовать в Москве крупный теракт и хотят использовать для этого канала фирмы Павлова по поставкам грузов. Андрей, вы правильно сделали, что не стали ждать обычной связи и позвонили столь экстренно. Во-первых, ни в коем случае не участвуйте в разрешении этого конфликта. Во-вторых, мы аккуратно сольем эту информацию российским коллегам. Пусть они сами своими силами найдут и обезвредят угрозу на своей территории. Им приятно и нам полезно. Второе. Немедленно пишите подробнейший отчет. И третье. Держитесь как можно дальше от этого Павлова. Избегайте любых контактов. Вы меня поняли? Да, я все понял. Все, до связи. Я на месте.
красивый, знаешь, ну в костюме есть. Вырядился, распухленный. Два шага делает. И вот такую лужу прям. Ой, подожди, мне кто-то звонит. Опа! Телефончик! Дайте позвонить, а? Ребятки, да разрядилась батарейка. Собственно говоря, да и поздно уже. Ты чё, попутал? Дай телефон! Чё, тоже позвонить надо? А ты говоришь, сама пойду, сама пойду. Пойдем ко мне лучше, я тут живу недалеко. Видишь, что творится? Кошмар. Опасно одной ходить. Ты чё? Месье Дуниэль. И за небольшое имение с личным виноградником на юге вашей прекрасной страны. Малышка, ты проснулась? Угу. Пойдем-ка я тебя еще уцеплю. Андрей, я впервые в Москве. Да. Я русский в третьем поколении и лишь однажды был в Ленинграде на языковой практике. Ну, тогда я был молод. А теперь... Ой, старость на пороге. Да-с. Ну что ж, перейдем к нашим делам. Я внимательно прочел ваш отчет об арабских хозяевах ваших кавказских бандитов. В своем заключении вы пишете, что Россия слабо подготовлена для партизанской войны на своей территории, и ваши предложения сводятся к тому, что нужно усилить влияние авторитетных лидеров из своих. Так? Ну, да, если вкратце. Понятно. Ну, во всяком случае... Ваша информация по Грузии была своевременной и правильной. Это позволило Франции выбрать правильную позицию. Ну и по Мистралю вы сработали великолепно. Тут надо сказать еще и удачное стечение обстоятельств. Ну, об этом можете не говорить. Скромность хороша только в малых дозах. Тем более, что ваши источники тоже работают хорошо. Мы внимательно изучили вашу информацию по арабским наемникам. И всплыл один человек. Прочтите и запомните текст и фото. Этот человек обладает исключительной информацией как для Франции, так и для России. Он готов лично передать список боевых групп ваххабитов, которые... как он сообщает, решили раскачать Россию. Тот самый список, за которым мы с вами гоняемся уже последние 10 лет. Вы понимаете важность? Я понимаю, только не понимаю, почему он лично хочет передать. А все очень просто и банально. Он хочет получить деньги за список. А код? Ну, сначала проверим информацию, а потом отправим ему код. Обычным СМС. Да, ваше прикрытие. Вы теперь у нас внештатный корреспондент газеты «Лабур». «Лабур»? Что-то я не слышал про такую газету. А никто не слышал. Это газета в Гренобле для студентов.
Им почему-то очень интересно знать об успехах правительства Кадырова в Чечне. Аккредитация тоже готова. Да, и ваш контакт в Чечне. По документам тоже журналист. Понятно. Пока все. Как дела? Удивительно. А что удивительно? Как наша наружка сработала? Да нет. Про нас, виртуозов, я и так знаю. А вот почему эти наглые недофранцузы спокойно сидят в Москве и обсуждают свои шпионские планы, вот этого я не понимаю. Алексей Алексеевич, а чего им бояться? Они за 90-е совсем обленились. Привыкли делать что душе угодно. Если бы ты знал, как американцы обнаглели. А это нам на руку. Это верно. Петр Сергеевич, я сегодня хочу срочно вылететь в Таганьюрт. С вашего разрешения. Действуй. Есть. Зелимхан, дорогой, ну перестань перед глазами-то маячить. Извини, извини, Алексей Сеевич. Нервы. Что нервы? Вон сядь, чайку попей. Да, я Андрей, корреспондент французской газеты «Лабур». Да. Да, это я. Здесь. Добро. Ну. Номер телефона определили и на контроль поставили. Зелимхан, золотой ты мой. У нас в Москве на это 3 дня ушло. Ничего, Алексей Алексеевич. И у себя порядок наведете, в Москве тоже. Твоими устами да мед пить. Ты Андрей из «Лабур»? Да. Садись, поехали, перекусим. У вас красивый город. Мне старый больше нравился. Почему? Потому что мы там были хозяева. Да вы вроде сейчас. Не бедствуете. Да ладно, что ты понимаешь? Это все железо, пыль. Наверное. Андрей, а ты русский? Да, но я гражданин Франции. А по-французски умеешь? La ville magnifique, bien France. А что это обозначает? Ваш город прекрасен, но приезжай во Францию. Спасибо. Там посмотрим. Слушай, а можешь магазинчик вон остановить? Я сигареты куплю, ладно, а то я забыл. А, конечно, сейчас. Спасибо. Припаркуюсь. Прикурить отец? Не курим. Извини. Заходи, Андрей. Сядем, покушаем. Вина хорошего попьем.
Не откажусь. Ты проходи, сади, что ты стоишь. О, хорошо. Хорошее вино, говорят. Ты знаешь, а мне Аллах вино пить запрещает. А водку? А про водку ничего не говорил. Давай. Обалдеть, в жизни такого мяса не ел. Молодой горный барашек. Угу. Такой только у нас. Спасибо большое. Реально вкусно. Ешь, ешь. Алан, мне бы список получить. А мне б деньги. Деньги здесь. Список здесь. Андрей. Да. Код говори. Я скажу тебе пин-код, как только проверим подлинность списка. Мы так не договаривались. Флешку верни. Не верну. Флешку верни. Не верну. Поговорим? Не надо горячиться. Нехорошо. Ты же понимаешь, мне сейчас нужно валить отсюда, и надо как нужно быстрее, чтобы остаться в живых. Мне нужны деньги срочно. Когда? Через три дня. Флешка настоящая? Настоящая. Мамой клянусь. Значит, деньги получишь послезавтра. Мамой клянусь. Этого хватит тебе на билет. Остальное снимешь с карточки. Хороший ты человек, Андрей. Потом соберешь. Ребята в Таганьюрте работают. Мгновенно все спецмероприятия с прокурором согласовали и успели перехватить факс со списком ваххабитов. И что это за список? Замечательный список. Там у всех французские адреса. Выходит, этот Канаев со списком ваххабитского подполья из Франции к нам приезжал? Ну, да. Выходит, что так. Классно. Работают ребята. Ничего, Алексей. Мы тоже не лыком шиты. Давай. За твою успешную поездку. Я уже звонил в Таганьюрт. Они там этого Алана под плотный колпак взяли. Мы решили пока не брать. А мы будем брать. Уж очень не хочется с этим Канаевым встретиться и поговорить. Прошлое вспомнить. Площадь.
объект взяла. Пятый. Готовься, объект в театре. Вот он, голубчик. Только бы не спугнуть теперь. Столько времени его разрабатывали. Не каркай. Черт. Товарищ генерал, Николай Сергеевич, как вы только догадались внутрь театра пятого заслать, а? Опыт, друг мой. И интуиция. Ты подожди, думаю, сюрпризы еще не кончились. Ты, Иван Степанович, поторопись. Понял. Внимание! Группе захвата! Занять позиции. Группе захвата приготовиться. Михайлов, слушаю. Да, так точно. Все понял. Иван Степанович, захват немедленно отменить. Как отменить? А так, отменить и все. Группу захвата отзывай. С объекта глаз не спускай. Приказ понял? Так точно. Внимание всем группам. Захват отменяется. Захват отменяется. Оба объекта под полный контроль. Как поняли меня? Повторяю, захват отменяется. Товарищ генерал Николай Сергеевич, я попрошу письменное подтверждение об отмене операции. Я тоже не понимаю, зачем ФСБшникам понадобился экономист. Алло. Месье Канаев? Да? Стволов беспокоит. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Хотелось бы с вами встретиться. Ну, давайте встретимся. Где? А заезжайте ко мне домой. Вы же наверняка знаете, где я живу. Хорошо. Через 40 минут буду. Идет. Да. Вот и свиделись, Андрюх. Да, свиделись. Наконец-то. Черт побери. 20 лет прошло. А ведь я тогда в 90-е чуть-чуть тебя не перехватил. Чуть-чуть. Это как хорошо, что чуть-чуть. Давненько, Андрей Владимирович, я хотел с вами встретиться. И сказать... слова, но не теми словами, которые с удовольствием скажу сейчас. А вы, Алексей Алексеевич, говорите, не держите себя. Вываливайте все, как есть, я давно собой не был. Полковник. Канаев Андрей Владимирович. За высокий профессионализм и качество вверенной вам работы. Директор Федеральной службы безопасности объявил вам благодарность и представил к правительственной награде. Служу Отечеству. Поздравляю, Андрюша. Ну что, Андрей, все готово, сегодня начинаем. Ситуация самая благоприятная.
Друг твой чешский, Марок, по поводу тебя депеши своему начальству строчит. Целый план разработал. Как бы тебя поскорее бы подставить и в легион направить. Ну что ж, сегодня мы ему такую возможность предоставим. Сходи с ним в какой-нибудь местный кабачок, выпей пиво. Ну а дальше по обстоятельствам. Есть, товарищ полковник. Да, вот еще что. Запомни. О твоей заброске знают единицы. Я и еще один человек в комитете. Больше никто. Что, и стволов не знает? И стволов не знает. Рано ему еще. Но ничего, придет время. Узнает. Ну что, Андрюша? Новая жизнь у тебя начинается. На долгие годы. Ты как? Готов? Так точно. Вот и замечательно. Разрешите выполнять? Выполняй. Надеюсь, еще увидимся. С Богом. Слушай, ну давай выпьем. Давай, только водки. Ну давай водки, хорошо. Вина не могу уже как больше, как скажешь, честно. Дорогой. Давай. Давай. Слушай, у меня тост есть. Ну давай, что за тост? За мир во всем мире? Вот, тоже хорошая тема, но нет, у меня есть мечта. Такая светлая. Настоящая. Я хочу выпить за то, чтобы все-таки когда-нибудь, когда появится возможность, можно было спокойно выйти в отставку и поселиться в Москве, в домике, в квартирке с видом на речку, на Кремль. Андрюш, я могу гарантировать тебе исполнение твоей мечты. Но только другой. Это какой еще? А поедешь ты во Францию и будешь жить, как дурак, в своем собственном поместье, о котором очень долго мечтал. И выращивать виноград. Радуясь всему обстоятельству. На благо России, Андрюш. Есть, товарищ генерал.